Привет! Сегодня у нас будет прохождение кошмарки 7.9 на 3 звезды. Многие не могут ее пройти, точнее 99% игроков. Я сейчас покажу, каким составом можно пройти, каким я проходил еще полгода назад ее. Валька. Правда, она была ремочная, я ее перекачал. Шапка. Анубис. Только мы сейчас поставим сюда Анубиса с богом войны. Рунами лучше ставить там любой психощит, это будет намного эффективнее, чем все остальное. Так, ставим в топорик. Есть вот такой Анубис. Тыковка берсовая будет. Ворожей. Купидон. Вот и все. Так. Есть. Побежали. Побежали. На 7-9. Кошмарочку. Самое главное, мы не наняли юнитов. Так, наняли юнитов. Можно также использовать гильдийскую магию. Обезвреживаем Райсика. Тут смотрим внимательно за Ронином. Когда Ронин появляется и пропадает, срабатывает малышник. Вот он в инвизе там 5 секунд, по-моему. Вот он пропал. Кидаем ускорялку. Дожидаемся, когда он появится. Появился, морозим. И начиная с Анубиса, всех выпускаем. И спамим юнитами. Шапочка получила разгон от Вальки. процентов. Маловато юнитов. Сейчас еще возьмем. Так, есть. Вот он пропал. Немножко разбежались неудобно. Тут надо, конечно, дождаться удачного захода. Видите, Анубис даже не убил всех, потому что мы начали не с него. И начали стыковки для разгона. В принципе, стыковки тут начинать не надо. У нас есть Валька, которая нас будет заряжать.
Так, обезвредили тотем. Дожидаемся. Появился морозим. Пропал. Выпускаем всех. Ускорялка. Вот видите, насколько разница получается у нас. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, бывает, бывает. Видите, у нас осталось два Ронина. Они сейчас нам всю картину испортят. Анубис не справится. Делаем перезаход. Основное тут слить даже больше не Анубисов, Анубисов мы и так сольем, а Ронинов, потому что они уходят в инвиз и потом сливают с одной плюшки. Как видите, пройти ее таким составом вообще проблемы нет. Так, выжидаем Ронина. Появился морозим. Облачка. Все, спамим по максимуму. Ну, вроде. Вроде нормально. Нет. Все равно до один остался. Ну, думаю, сейчас мы должны затащить. Благодаря шапке. Давай, шапка. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотрите, там за нами бегает Ронин. Так, вроде от него убежали. Осталось, как видите, опять два Ронина. Ну, думаю, мы их... Да, мы их слили. Вот так вот, таким составом, там, за 5 попыток мы без проблем зафармили самую сложную для многих подземку с Анубисами. Не на одну, не на две, а на 3 звезды. Вот 100%. Так. Теперь давайте немножко поменяем состав. Поставим Вальку. Вместо Вальки поставим Хранителя. Попробуем с Хранителем. Шапка, конечно, у нас уже так стрелять не будет, но зато будет урона намного больше. Так, Хранитель у нас готов. Вроде все, побежали. Тотем. Даем ускорялку, выжидаем Ронина, появился морозим. Появились тучки, бросаем всех. Ну и как по шаблону. Немножко нас подстанили, конечно, тут сейчас сольемся, скорее всего.
Конечно, Валька на 12 скилле, я уже показывал, дает крит сопротивление и крит урон. Шанс крита увеличивает на 10%, если не ошибаюсь. Это немало. Ну и плюс 152%, по-моему, единицы заряда. То есть у вас герой всегда заряженный будет под Валькой. Для героев, у которых нету кулдауна, таких как Шапка Смерть, это очень круто. Так, есть. Побежали. Заморозили. Ну опять видите, Анубис не так часто бьет, это заметно. Ну у нас остался один или нет? А, у нас осталось два Анубиса. 53%. Для прохождения хватает, да. Но все-таки хочется на 3 звезды зафармить. Многие уже полгода не могут это сделать. Если у вас есть шапка, это очень реально. Плюс Валентина. Думаю, Валька у всех есть. Шапка у многих. Если нету шапки, сейчас покажу другой вариант. Так, появился морозим. Тучки прошли. Можно делать там отчет. 3-4 секунды. Неудачно у нас шапку, конечно, слили. Да, и смотрю, заходы с Анубисом не очень. Но отчет времени очень хорошо в кулдаун попали. Еще заходик. Появился морозим, пропал. Ускорялка. Щит. Ну и стараемся, если повезет, попасть в кулдаун. Ну, как видите, у нас остался один Ронин. Два Ронина осталось. Три. Опять мы не смогли их убить. Ну, если вы позадротствуете, в принципе, без проблем сможете это сделать и затащить. Так, теперь давайте уберем шапку, сделаем немножко другой состав, вернем Вальку. Валька, ты где? Ну вот, Валю вернули. Артефакты. Так. И вместо шапки ставим, угадайте кого. А не угадаете. Сейчас мы достанем ее. Ставим смерть. Можно ставить. У меня просто руны воодушевления.
Я вам показываю для быстроты прохождения, потому что я не хочу растягивать очень сильно видео. Можно ставить берс, можно ставить другие руны. Это все зависит от того, что у вас есть и как долго вы можете терять много времени и попыток на прохождение. Но проходить можно. Так, и питомца. Все есть. Чем смерть хороша? У нее тоже нету кулдауна. Можно пробовать заклинательницы. Заклинательницу брал к Анубису, но, честно говоря, почему-то не заходит. Сделаю отдельное видео. Но пока не особо понравилось взаимодействие духа и Анубиса. Так, есть. Побежали. Обезвреживаем. В чем плюс смерти? Смерть бьет только по героям. Если шапка бьет еще и по зданиям, то смерть у нас ультует только по героям. Ну, в принципе, вы сами все видите, да? Да, у нас сейчас слили смерть. У нас, конечно, осталось... Ну, думаю, должны затащить, если выражает хил. Будет давать вовремя. Все, вроде большую часть прошли. Думаю, сейчас не так нас будут убивать. Вот вам прохождение со смертью. Как видите, даже лучше, чем шапка. Это бездонатный состав. То есть со временем вы сможете там прокачать героев получше. Можно с десятками проходить. Я проходил, когда не было еще судьбы. Позадротствовал, но прошел все-таки на 840 огней. Без проблем. Все. Думаю, вам понравилось данное прохождение. Вы поставите лайк, напишите коммент, кого вам еще потестировать. В подземках я вам покажу еще другие варианты прохождения этой кошмарки на 3 звезды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Всем 840 звезд в этом году. Все, пока.